Всем привет, уважаемые зрители! Перед просмотром видео подпишитесь на канал, если видео понравится, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну а я начинаю! Известный ведущий Дмитрий Шепелев и его возлюбленная ищут квартиру в центре Москвы. Телеведущий и Екатерина Тулупова решили сменить место жительства. Дмитрий рассказал, что они уже посещают квартиры, выбирая вариант для покупки. Дмитрий живет вместе с сыном Платоном, возлюбленной Екатериной и ее дочерью Ладой. Пара решила улучшить свои жилищные условия и переехать в новую квартиру. Конечно же, шоумен не мог не поделиться этой новостью с поклонниками. «Мы выбираем новую квартиру. Вечером, обессиленные после изматывающих просмотров, прогуливаемся с Катей по Патриаршим». Она говорит: 10 лет назад я сидела в ресторане «Аист», смотрела на дом напротив и думала, как бы было круто жить здесь, в этом районе, в этом доме. А сегодня мы посмотрели квартиру в этом самом доме и решили, что и даром она нам не нужна. Я ответил: не поверишь, у меня есть такая же история, и она вспоминалась мне как раз сегодня. Много лет назад, когда я еще жил в Минске, посетил Москву по делам. Одна посольская семья пригласила меня в гости. У них была огромная, как мне показалось тогда, квартира с высоченными 4-метровыми потолками, французскими люстрами, паркетом и лепниной на потолке. И тогда же я подумал: «Господи, как же хорошо! Вот бы мне когда-нибудь жить вот так же!» И вот час назад мы просматривали точную копию такой же квартиры. И тут же я осознаю, что я этого не хочу. Могу, но не хочу. Мне это не нужно. Мечты сбываются, но почему-то часто тогда, когда они совсем нам не нужны. Поделился со своими поклонниками Дмитрий. К слову, квартиру, где сейчас живет с Катей и детьми Дмитрий, показывали в шоу «Осторожно, Собчак». В его апартаментах есть большой кабинет, который они с возлюбленной разделили на две зоны. Избранница шоумена уже много лет работает в сфере дизайна, а также организовывают встречи клуба «Завтрак». У Шепелева также есть загородный дом, который был куплен еще при жизни его предыдущей жены Жанны Фриски. Родные певицы имели там долю, но им пришлось ее продать, так как они должны были погасить долг перед Русфондом. Напомню, что эта организация выделила несколько миллионов на лечение Жанны, но отчитаться о потраченной сумме семья Фриски так и не смогла. Уважаемые зрители, а вы следите за жизнью Дмитрия Шепелева? Нравится вам этот ведущий? Какие шоу с его участием ваши любимые? Напишите свой ответ в комментариях.